сообщение Владикавказ Москва. Прибыл на первый путь. Стоянка поезда 2 минуты. Будьте внимательны, осторожны. Опа, здрасте. Есть. Подмогу вам. Ну я возьму, то мне неловко. Неловко? Неловко. Ну, мне смотрите. Хоть тоже уже за 60. Я попробую потянуть вот эти вот только красные. Оставлять. Вес готов, атлет тоже. Какая нагрузка? Нет, нет. А проводница кричит. Колени болят. Лошадиное село. Вот это. Здравствуйте, вот как это обычно. Сервис. Как обычно. С кто, камерами. Ага. Все? Сейчас сделаем. Здравствуйте. Так. Я вам дышал. А, хорошо. Чего же более? Это вам бады. Спасибо. Геннадий Петрович, так получилось, что ровно 3 года назад, вот прям в октябре я был у вас, прошло 3 года. Чем вы занимались эти 3 года? Что изменилось? Какие новости? Я плотно занимался изодинамической гимнастикой. Это вы специально учите и сочиняете стихотворение для того, чтобы мозг был молодым, да? Ну, нет, не специально, но... Вот, но это хорошим бонусом идет, да? Память. Ну, допустим, вот такое, как стихотворение. Когда на улице январь, а это верно, ведь январь, ты чай попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми, и о былом чуть погрусти, а там весна, и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра, и тело покрывать загаром. А там дожди, ты их немного подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чаек душистый разливая, о жизни бредной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром. Так будем жить и процветать, и строки любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовые себе принять, и остаться только засиять. Мощно. У меня вопрос такой, спортивного плана. Вот за нами едет элита, скажем так, пауэрлифтинга. Да, элита. Александр вот Луговой, Дмитрий Насонов, да, это слово не высокопарное, на самом деле элита, что один, что второй. И как вы думаете, удастся им без тренировки, без привыкания к этому диковинному тренажеру неизвестному, что-то показать и, возможно, даже обскакать Геннадия Петровича в результатах? Я думаю, хрен там. Хрен там, да? Может быть и так. Почему? Потому что я тренировался на особых углах, которые они не прорабатывают. То есть приложение силы было на таких вот углах. Как правило, эти углы особо не прорабатываются. Поэтому посмотрим. Поэтому, по крайней мере, им будет очень сложно. И непривычно. Посмотрим. А если с дугой... То есть дугу. Ох, я помню эту дугу энергетическую. Да, то с дугой, ох, там это самое. Ну, дуга это такая вещь. Но я тяну сразу же раза в 2 больше и дожимаю. Но я продемонстрирую мне дугу. Да, конечно. Хотя лучше я выйду, я поснимаю. Ну, хорошо. Ровно 3 года назад, в октябре 2021 года, в этом населенном пункте Дмитрий Геннадьевич потерпел неудачу. Да что там скрывать, обосрался. Не смог делать дотяг с весом, который Малахов затащил на 5 раз. 3 долгих мучительных года я ждал этого момента.
и этот момент настал. Я требую сатисфакции. Нам нужно победить 70-летнего Малахова, эту глыбу, этого минотавра в валенках. На вашей стороне молодость и задор, на стороне Малахова опыт и родные стены. Он микроамплитудник, вы полноамплитудники. Вы сильней, вы победите. Вперед, друзья, с Богом! Александр, за счет каких качеств будешь сегодня побеждать? Дмитрий Геннадьевич, попробую оправдать тебя за счет силы и опыта. Максим, за счет чего будешь побеждать? Я буду побеждать, потому что меня, во-первых, никто не знает, а во-вторых, я по образованию физик буду за счет рычагов больше поднимать. За счет знания основ физики, да? Дмитрий Насонов. Микроамплитуду можно победить только еще большей микроамплитудой. Это моя тема, поэтому, я думаю, все получится. Геннадий Петрович, шансы есть у этих ребят? Конечно, есть. Но небольшие. Ну, посмотрим. Силой силу привлекаю, показать ее желаю. Пусть объявится она, и покажем все сполна. Так, я одеваю свою обувь. Да. Огромные веса, они обрезают руки. Поэтому я... Я думаю, что нам стоит начать с пустого, да, ну, без нагрузки. А потом уже прогрессивно повышает. Угу. К сожалению, нет. Позадал, так много не потянул. Ну, 100 килограмм. Ну, пускай, ребят, походите по кругу, давайте. Не-не-не, я же я показываю. Я показываю, потом каждый под себя подбирает какая-то сторона. Становимся, да? Раз. И вот она. Даже не вверх, а назад, да? Ну, это уже особенности техники, я вам демонстрирую. У меня какое-то еще ограничение есть, так. Александр еле влез. Вот. Так. Вот. Не шумно? Нормально? Ну, ничего страшного. Соседи нет. Поэтому на больших весах не надо будет обходить, представляете? Типа победил. Два года с отдыхом катались. Да, да, да. Нет, надо, ну пускай вот так, ладно так. Вот здесь я уже. Ну, примерно, да. Можно переставить это. Уже все переставляется. Взяточка. Скалата, да? А это ну еще, было. Еще опусти. Опусти. Нет, нет, ну пошло, надо так, выходил уже, да, Максим? Симулируется костный мозг. Пройдет. Чуть-чуть снят, они все снимают. Капец, я уже чувствую на предплечьях боль. Кстати, предплечья, локти, плечи, вот от дожима лежа, все уходит. У меня так плечи болели. Уходят? Уходит, все это боли. А, вот. О, я так думаю, что это. Они поменьше размером, поэтому. Это очень хорошо. У меня кисть все-таки тонкая. Вот это видео выложу, Геннадий Петрович. Заработаю столько денег, что такой же дом себе построю. Только благодаря лямкам. И две машины. Да, минимум. Вот, а? И еще разок, значит, вот мы подсаживаемся. Подсаживаемся, да? Натянули спинку, и вот смотрите, как бы сказать, мы находим положение, в котором вот это можно действовать. Вот так тянуть тяжело, а немножечко туда надо. Раз, и вот она. Бум! И опять, ножками так. Сегодня криков будет достаточно. Мы постараемся не ударить грязь лицом. Где это? Где он их дел? Где он их дел? А я попробую без лямок. Давай, конечно. Да, конечно. Колени вставляй. Да ничего, что, можно. Да? Пока тут вставляешь можно. Во что ты стрял, Саша? Надо туда, назад. Кричать надо обязательно. Че? Кричать обязательно. Ну, это как?
Пойдем. Дядя Петрович, какой вес еще раз? Сейчас 200 килограмм. 200 килограмм. Максим подходит. Потихонечку опускай. Ноги не спускают, колени. Я вижу разницу в технике. У всех Дмитрий Петрович назад тянет. А может быть лямок? Дайте это самое. Так, уже первые неожиданности пошли. Сколько сегодня ноги? Ну-ка, колени не вставляй только. Назад пошло, хорошо. Ну, это капель туда пойдет? Нормально? Пойдет, пойдет. Все. Главное оторвать. Да, главное отрыв, да. Вот чуть. Изодинамической гимнастики. И умер, потому что понял, что круче он уже ничего не делает. Я придумал, Дмитрий Геннадьевич, придумал ролик себе с магнезией. Да, подожди, как сейчас начал, мне надо не обосраться. Как не будем. Спинку ножками. О, хорошо, отлично. Все-таки 9 высота мне будет лучше. Ну да, поставь больше. Не, нормально. Следующий, да? Веса все подняли? Да. Какой вес, Геннадий Петрович? 300. 300? Да. Скоро будет тот вес, на который будет Геннадьевич. А вот сколько был вес? 360. 300. Я не поднял, Геннадий Петрович поднял на 5. Он хотел, он на самом деле хотел на один раз поднять, но когда увидел, что я не поднял, решил меня наказать. Страшно. И пошли, да? Как тянешь? Отлично. Будете мне заниматься? Буду. Класс. Так, я сейчас говорю вес, я тут 200-300 килограмм. 300. Сейчас надо 300. Стихи учить. У меня уже мозги не работают. Отлично. А есть воля разумная? И необычная. Но это все не шутки, да? Следующее. Это вообще не шутки. Но да, у него такая фигура. Размерный. У него стульчик обычно. 30 килограммов, Максим Меркулов. Опускайте помедленнее. Угу. Максим, сделай, пожалуйста, а то пол пробьете. Геннадий Петрович вышел. Килограммов. Девятый подход. Давно не тренировался первая тяга. Потихонечку начинай. Есть. Потом здесь мы и закончим. Нет, это 360 надо. А, это вот в другом упражнении 700 было. Жим ногами. Или вот это вот. Дожим ногами, лежа 850. А вот это вставление, как называется, пояс? Тонна 50. Так. Все прошли. Уже, да. Большеваты. А это то, что надо. Она как раз трудом немножко пролазит. 400 килограммов. Да. И Геннадий Петрович, 110. 400 килограммов, да. Легко. Сила растет во мне. Московский зон. Александр, что скажешь по поводу талии 40 килограммов? Охуеть. А прорезиненная, в принципе, нормально, да? Потому что хорошо, что прорезиненная. 40 килограммов Александр Луговой.
дело. Видит, как назад и оно пошло. Но уже Саша уже упирается, да? В области копчика что-то стало на место. Спустя много лет. Сейчас серьезно. Управляют вот эти упражнения, не управляют это самое. Коротенькие. То есть это не все, что ты сейчас серьезно сказал? Там хруст был. Но это хороший хруст был или плохой? Наклоняться не больно, значит хороший. Медленнее опускай, пол пробьешь. Ну тогда даже не на раз не было. Что вообще, не было? Ну не на раз, да? Вообще ты что, ни о чем. Вообще, значит, должно прийти. Хотя мог бы. Плавненько напрягаешься и пошел. Давай. Отлично. Хорош. Еще надо. Легко растешь. Хорош. Сильно растет, не только Геннадий Петрович. На следующий день у вас вот эти будут трапеции болеть. Я так на веревочный городок пошел. Я не могу туда идти, там сложно с моим. Я смотрю, женщина пошла. А там даже не пускают все деревья. Ну, пишу все помочь. Ну, оторвал. Это вообще-то защита надо. Да, высыпал. Немножко. Все, это есть, это зачет. Это зачет, это то, что надо. Ну, в следующий раз ты 7 сделаешь. 500 кг. 500 килограмм. Не ухнать тоже. Так, лямка. Ну ладно, уже не настраивайтесь, это детский вес. Ну, проходной. Будет еще по 100 по-любому. 100%. Я пытаюсь вывести из психологического равновесия Леонида Петровича, чтобы он поднял меньше. Чтобы мы продвинулись вперед. Да. Это может быть выглядит легко, но это вообще не так. Постарайтесь немножко потихоньку опускать. Угу. Держим и ножками. Вот вроде бы ноги прут, а вот спина там. Тяжелый 400. Получается настоящий 400. Оторвал, это уже хорошо. Было немножко. Давай. Первый раз вот это отрыв был, это уже зачет. То есть этот вес вы не понимали? 570 мы выше. Уже лямки потянулись. Руки удлинились.
И руки удлинились. И ляпки потянулись. Из состава вышли. Что происходит? Что происходит? Не удивляет, я ожидал. Удивление это когда ты не ожидаешь, а я подразумевал, что Геннадий Петрович что-то может. Задаст сегодня, да, по первому мнению. Это не удивление, это унижение. Нет, так не надо думать. Каждый свое поднимает. Александр, меня удивляет, это не удивление, это унижение. Это все потому, что это специфическое упражнение. Лямки полезли, да? О, отлично! Было. Отлично! Было. 550, да? Да. Хорошо. Дальше есть силы идти? Да. Прекрасно. Силы есть не всегда, но желание есть всегда. Не, может, ты самый выносливый. Я позавчера десятку с препятствием пробежал. Выбежал из часа. И Дмитрий Геннадьевич самый выносливый, потому что второй раз уже. Да. И ему не страшно было. И самый смелый. Ой, хорошо. Нет, здесь еще главное психологически как бы привыкнуть, что... Что будет очень тяжело. Делать, да. Смириться сначала. Потом принять. И пережить. Давай. Тебе надо выше поднять эту штуку. Почему выше? А выше, да, да, да. Выше. Есть, я вот... Надо 7,5 тебе, да? Да. Ну, вот так, нормально. 7,5 было бы четко. Поднял. Было. 400 есть. Поднял. Это отлично, на два раза. Пойдет. Зачет. А у меня всегда следующий подход лучше идет. Тогда можно точно порубить им раз. Неплохая нагрузка. Прям вот давно я не чувствовал, именно вот такая дрожь большая идет от большого веса. И для халявы в тренировке я давно не ощущал. Но мы не упираемся такие старты. Сильно тяжелые. Отлично. 450. Ну что, отвалимся на 600? Тянутся, да. Это кожа уже. Увеличил я с 570 на 30 кг. Зря мы приехали в Амбосе, получается. Да, благодарю вас. Александр, надо бить карту. Да, сейчас я. Так, дальше я уже все. Слушай, ну надо тебе все-таки какие-то петли это придумать. Просто. Это ну, для тех, у кого не получается поднимать веса. Ну, наверное. Но, норм? У меня вот так вот, так вот если. Ну, так я так. Не хочу. Да? Ну ты в натуре бить. Ну, руки. А руки не обрежет? Она... Может ниже пустить? Да она там, что вот кровает. Она вот пальцем откуда. А вот эти попробуй ровные, которые петли записаны. Вот эти? Да. Они побольше, кстати. На мою ладонь делаю. Тоже на зоне? Тоже на зоне, да. Это ровные петли от Андрея Айвана. О! Отлично. Он для меня. Я подарил на Петрович, они до сих пор служат. Да, я на них все ходил. Первые, правда, 3 года не порвали, значит, Андрей Айвана делает хорошо. А если рука оторвется? Тогда не правы будут те, кто говорили, что рука не оторвется. Тогда будет точно понятно, что вес настоящий. Да, и то, что рубить придется меня. 600.
Отлично! 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 Смотрите. Ну и так. Теперь демонстрация энергетической дуги. Что вы делаете? Подойдите по очереди. Пробуй сейчас дуги. Да. Значит, смотри. Я начинаю навычиваться. Нет, ты так. А ты вот так. Ну, вот так вот примерно. Вот так вот. Вот так вот. Еще вот этот повесь. То есть, чтоб 900 килограмм было. А они все одинаковых килограмм, да? Номинал вот эти диски. Вот это 10, а это 5. Немножечко так раз, поддадите. Поддадите. И так сказать. По 50 капель. Да, 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 буквально так. Я с командой, и вы постарайтесь подложиться, да, не так уж сильно, но это вот в мои усилия. А так. Так, внимание. И начинаем. Легче, меньше усилия. Тонус ставим. Ставьте еще это самое, по минуту. Да побыстрее. То есть 900 килограмм поднято. Ну так, тут все логично, они просто вам помогают. Да, и вот этот, и получается тонна. Пятерку, да, пятерку. Не-не-не-не-не, тут вот это уже тонна. Да-да, цепляй. А, все. Сильно упираетесь? Нет. Нет. Видишь, какой интересный эффект. Тонна. Это не энергетическая дуга, а сумма усилий. Ну пускай сумма усилий. Энергетических. Смотри, да. Сила. Разошелся, разухабился. Еще подвину. Там, ну, мне кажется, там даже ребята поднимались вместе с тренажером. В какой-то момент там, на видео можно... Оторвалось, да? Только без травм. Только без травм. Реабилитация. Тонна 80. Караул. Давайте ставим эту самую. Тонна 100. 110. Как он лавирует этими цифрами вообще? Тихо. Так же, вот так, так. Раз, усилие. И могу кричать. Хорош. И тут что получается? То есть через человека проходит еще больше энергии, и он в дальнейшем, грубо говоря, лучше прет. А нагрузка, как такова, на суставы, на этот сустав, просто говорится, муж дурецкая, еще поверну, мать, и вот так. Не сильно напрягайтесь, это может быть там это. Нормально, давай еще поглядим. Да. Тут понятно, что все дело в чае. Только сейчас начал действовать. Так, и еще вот этот вот. Это картон на 200 бус. Это что-то нечто непонятное. 100-600 рекорд. А вот, видишь, вот 600, а... Если компас достать, он сейчас тут будет сходить с ума, мне кажется. То на 200, да? Столько я не тянул. Сегодня день рекордов. Смелость возрастает. С весами вот этими. Смелый становишься. Вот такой. Сразу такой идет к соседям. Чего вы даете? Что так музыка громко играет? И так же, да? Кардиотяга, как любят писать. Тут 360 на 5. Тонна 200. Столько дисков еще никогда не было здесь. Да есть тут диски, я еще... Нет, я говорю, что вы не вешали столько. После этого такие вот будут трапеции болеть. И бицепс. Где-то... Нет, бицепс не болит. Вот какой-то еще один упражнение сделать, правильно? Вот, прогибчик тут. О, хорошо, так. Готов? Давим. Давим.
Дай ножками. Дай еще ножками. Хватит. Выходи. И ногами давишь. Ножками. Ножками. Раз. Хорошо. Ножками. Ножками давишь. Два. Еще разок. Ножками. О, хорошо. Видишь, сейчас ты доломал. Чувствуешь? Еще. Вот. Еще. Хорошо. Чтобы как-то закреплять более. Не надо. Устойчиво. А ты на нее опираешься, а не это. А. Следующее. Вот эта спина накачана. Ножками давишь. Во. Не бросай вес. Тише надо. Давай, ножками. Хорошо, опусти. Головку вверх. Куда голова смотрит, туда энергия идет. Если туда, она так это. Давай. Вот удобненько стал. Ножками давим. Отлично. Еще разочек. Давим ножками. Отлично. Опять ножками давим. О, хорошо. Чтобы ты прочувствовал. Мне собирается для того, чтобы прочувствовал. Это интересное упражнение. На грудочке. Нет, сюда, сюда, сюда. Во! Чувствуешь, как она идет? Ножками распрямляем. Давай, 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 давай. Вот, хорошо. Правильно, осторожненько. Можно чуть посмелее. Чего? Чуть-чуть это пониже. А, ну давай, чуть пониже. Хорошо. Надо просто тут еще вот прокладочку поставить. Еще. Отлично. Еще. Ножками. А, ножки тут уже выдвинулись. Надо запомнить просто высоту. Запомнили себя. 440 килограммчиков. Ну это семечки. Но, нет, нет, это вот, вот сюда. Вот сюда сместился. А давишь ногами. Давай, вот сюда. Упирайся сюда. Пошел, пошел, пошел. Ну, давай, давай, давай. Да это же я был. Давай. Ну, отлично, да? Давай. Не торопись. Плавненько. Два. Не, это самое. Слышь, это. Я на носках практически. Нет. Сейчас меньше сделаем. Нет, я, если я ниже поставлю, я тоже. Все, все. Вот, нормально. Справа. О-о-о. Ножками даем. Ножками, не спеша даем. Хорошо. Во. Вот так же. Вот почему нужен вот этот преподаватель, чтобы он вот это вот все это регулировал. А когда это регулирует, тогда попрешь. Малахов Андрей так не сможет. Не, ну Андрей, конечно. Нормально. Хорошо. Раздвинул вот тут. А фиг знает. Мне просто понравилось. А вот когда нравится, это хорошо. Даешь, 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 даешь. Ну да, даешь, даешь, даешь. Немножечко смелее. Немножечко смелее. Немножечко смелее. Вот. Хорошо. Хорошо, да? Не помогайте, не помогайте, пожалуйста. Давай. Давай. Только не хлопай там, тренажер. Тут дёжка сделать теперь. Массаж. Кайфушка, да? И она тут тянется. Вот именно в этом упражнении она как-то растягивает, что копчик. А мне тоже можно. Давайте накинь. Не, правда, тут... Чуть-чуть или спазмы какие-то были. Слушай, и спазмы снимаются. Это вообще упражнение. Я прям хотел из кувалды втащить. Или вот что-то такое. Так, помогает. Тут прогнулся и сюда. Вот туда немножко сладишь. Вот эту палку сюда поставил дальше. Да. Немножечко вот так вот. А то навредишь, у тебя слазит. Ну давай сюда, дави. Вот. Ножками давишь. Хорошо. Ножками давишь. Вот так надо стоять, видишь, головку поднял. Тогда прыгать лучше. Во. Отлично. И еще разок ножками так. А, хорошо. Хорошо. А можно 500 попробовать? Давай. Хорошо, бодрит, бодрит. Хорошо. О, о. О, вот сюда как бы, вот так вот подайся. Ножками. Хорошо. Давай. 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 Отлично. Давай. Без дыри. Отлично. Отлично. А
то там внимательные подписчики начнут писать. Да, они там все что угодно скажут. Хорошо. А вы делали, бывают... Тонна 50. Жесть. С головой тонна 600. Жесть.